один друг волшебник голубой в вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих, на виду. Авторы фильма, писатель Эдуард Успенский и режиссер Роман Качанов. У меня подарок с собой. В общем, я, ребята, так здорово исполнили песню. Лучше помню, чем у нас в фильме. И мне кажется, что композитор Шаинский даже так не споет. И мы с собой принесли наших героев в подарок хору. Вот Чебурашка, Шапокляк. Как там пел наш герой? С днем рождения поздравит и на память. Что? Ребят, ну как там? Ну как он пел? Вот как он? 500 эскимо. Принесите эскимо, пожалуйста. Держи.